Ринат Ахметов принял решение выделить каждой семье, в которой погиб шахтер, по 100 тысяч гривен. Также будет оказана помощь на лечение и поддержку всех раненых. Гуманитарный штаб выразил соболезнования семьям погибших в этой страшной трагедии. Ринат Ахметов, как только узнал о случившейся аварии, поставил задачу гуманитарному штабу не оставить ни одну семью, где погиб либо пострадал шахтер один на один с бедой. «Каждая авария на шахтах Донбасса – это общая наша боль и беда. По решению Рината Ахметова всем семьям, где погибли горняки, будет выплачена материальная помощь в размере 100 тысяч гривен. 15 пострадавших, которые находятся в лечебных учреждениях города, будут обеспечены полностью лечением за счет гуманитарного штаба. Всего сумма помощи пострадавшим в результате аварии составит 4 миллиона 700 тысяч гривен».